Иванушка, Иванушка, вызвали с беды неминучей, пропаду я здесь. Совсем замучила змеюка подколодная, житья не дает. А звать-то тебя как, девица? Настенькой. Настенькой. Алло, это телевидение? Да? Это отдел «Жизнь привидений»? Да? Да. Вы знаете, ко мне сейчас прилетело очаровательное привидение. Пожалуйста, срочно приезжайте. Я хочу, чтобы об этом узнал весь мир.